Съемочную группу «Видное ТВ» постояльцы приютов «Добрый путь» встретили дружным веселым лаем. Здороваются и хотят познакомиться поближе, объяснила нам владелец приюта Екатерина Барабанова. И как мы смогли лично убедиться, пока снимали этот сюжет, собаки здесь действительно очень общительные и дружелюбные. Они так увлечены вами, что теперь все. Частный приют «Добрый путь» открылся 3 года назад. Ветеринар Екатерина Барабанова долгое время спасала и пристраивала хвостиков, используя свою квартиру как передержку. Но когда подопечных стало слишком много, взяла кредит, арендовала землю и построила для них временный дом. Порой бывает тяжело, денег часто не хватает, но неравнодушные люди помогают приюту оставаться на плаву. Сейчас здесь живет 55 животных, и почти все они ищут любящих хозяев. Мы с ними много часто контактируем, они постоянно у нас в руках. Из-за того, что мы постоянно с ними работаем в руках, чешем, гладим, обнимаем, целуем, они прекрасные, добрые, контактные, и они прекрасно со всеми уживаются, со всеми семьями, и в доме им лучше, быстрее адаптироваться. Поля еще совсем молодая, ей всего 8 месяцев. Екатерина привезла ее из Тамбовской области. Там на трассе неравнодушные люди заметили 2 выброшенных щенков и скинули информацию об этом в чат волонтеров. Екатерина забрала собак себе в приют. Одна из сестер Молли уже нашла свой дом. А вот Поля все еще ждет доброй ручки. Полинка очень добрая, ласковая, общительная. Она прекрасно ладит с кошками. Замечательная, добрая. Очень контактная, все только положительное, все, что можно о ней рассказать. Естественно, она здорова, привита, стерилизована уже. Годовалый барс тоже ищет дом. Его Екатерина подобрала на железнодорожной станции Расторгуева. Ему тогда был месяц, мне сразу скинули фотографию на WhatsApp. Я поехала, его забрала с платформы, он сидел под лавочкой на платформе между путями, где ходят электрички. Сидел там, дрожал, скулил. Вот, ему сейчас только будет годик. Барс добрый, общительный, обожает играть и веселиться, и уже знает несколько команд. Так что, если вы предпочитаете активный отдых и любите прогулки на свежем воздухе, присмотритесь повнимательней. Ну а тем, кто мечтает о спокойном и верном четвероногом друге, подойдет взрослый, рассудительный 7-летний Гера. У него непростая история, но любовь и забота способны залечить самые тяжелые душевные раны. Забрали его от недобросовестного хозяина из Тамбовской области, который его просто бил. Если кто-то хочет спокойную, уравновешенную собаку уже в возрасте, которая готова в семью, для дома, для пристройства. Ну вот, Герочка очень умный, очень воспитанный мальчик. Хочется надеяться, что и Барс, и Поля, и Гера, как и остальные подопечные приюта, наконец-то обретут свой настоящий дом, где любят, заботятся и не обижают. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.